В Чувашском государственном университете имени Ульянова завершился прием заявок на должность ректора. Утвержден окончательный список кандидатов, который сегодня рассмотрел ученый совет ЧГУ. В нем из 6 кандидатов осталось 5. Среди них министр образования Владимир Иванов, проректор по учебной работе Андрей Александров, Анатолий Яковлев, завкафедры региональной экономики и предпринимательства ЧГУ, директор гуманитарного института Юрий Исаев и социолог Нина Полупан-Семедова. Теперь документы отправят в аттестационную комиссию Рособразования, которая сделает окончательный выбор в пользу одного из кандидатов. Результаты будут известны в декабре.